Хун уни удане ырты ортын сагаха хуэша, шабарар орлалтэ танил. Анхын сагаха хунут шабар амхарта орлат, нарынды хатадык, галдыдык хэн. Хулэрин хыныгын агалды хыжа шата хыжа бодым жолхан байдык. Тэрэ сагаха хуэша хун галдыгдыхын шабар амхарта, ажу байдылда ургынур хырыглыжы хилэхэн. Шабарар хун барелгы хына, бұйы арғылына, тэрэнее хэхашажы, идидікші заримышул олдыдык. Хоритхи зунжилда бурьяде шабрар бутедик дархашул, бухи арзгурунде мидеж баян. Тиде шабр болан шазын орлала зюлнуди бутедикин. Харин ини орлал сагай ирилтир талдын хайум. Ини уйл бири хыргахин тола олыстымне шабр артгахин хымжа ебулга унрыгдына. Ини орлал шодлахия гошагарын хун дортхан байна. Ини хорлсалда улан удахатахо, олысы эмгудха гошагарын хун суглара. Шабар артгахын орындар хышулай хышыл, табын удырты ургызылхын байна. Олысы ондығытны номайханда, байрай аршында зубулон негдежі, үні түхірен шырэді шоқыл асудылнут алор табигді ба. Тихіді яжы үн орлыл хыргы ехіп, зіпсігуды хыргылы хып ғыжы мұңлы зубшын хылсэхін. Мы будем созидать вместе с вами настоящее и с наставниками будем Хорықшыда донда шабырар ажылыдық дархышул. Мунтигді үні орлылты хайы танилсыжы байын зон соғылара. Хымжы ебулғыда орылғар ерігін хорғақшыт, суыты орын дархышул. Алтан хизары Михаил Бывших, Москва қатын Елизавета Солоницына, Беларусь олыса Антон Тихоновец ғықшыдері. Мы совместно с Республиканским центром народных ремесел создали этот проект. Я со своей стороны... Сотрудники центра со своей стороны, для того, чтобы воплотить те идеи, которые у нас родились год назад при моем первом визите в Улан-Удэ на конференцию «Содружество Дарханов». И мы это сделали. Тим отхте цавал им дархан хун бахисте, тие имер им канцерар оренго гарара хихтере их тонкой души человек бета кеста. Тие беден тимул доде мане республике хуну де соглулат нигцулет, болтода ниг канцер байгат им хигет, кой им хигет тие сетхиле байрлулат. Олон хунты танилцат, наставник нудас бухы имынь, засын имынь ху хигет, осну сурат, тигет явхадерин их буден ингыш байыр тэвэнэти. Кабанскин аймагай оэмар хоринда хыдын удыре торшыда хорокшат элитхылнуд болын дүй дүшілэ талар хышылнудыы шагна, орын гарар ылдып зүйлнудыы бутэжы торша. Юмыхыжы хорхай бэгэжа, марты юмыхыжы хорхай бэгэжа. Тусупте иребе, ха. Намда ажалдым не тем курсы болха байна ашхапты бэгэдэн ашхабы гэд ихэ дурта ирет, ирэхэндэ ихэ байртэ байна бэ. Аманугэ ихэ юмы шатха болжы байна бэ. Тэгэд глэйнэ гэжэ мэткэ байгаа дэнэн ямар гоя продукция гэжэ ихэ
их захет ему войны же, она же войны па. Сидите за руками. Ну турнута, ну олон шынугынуды дулаби, там шамот, еще юнгында. Качка, ну, думаю, ханин гнут долат, глину юмере, хашин, да, ихер, ну, лих надо, стоптер, воздух, хи юмун губехин, как бы ихер хатангу, чтобы, ну, тро югун, структуры глины, чтобы определяли хар, ну, тем юмнут, рад. Много бы, мы хотели амулет, как амулет кинуло, ю глины раскатывал, будор хагат раскатлат, не гад хархадом, не гад морне тархидат любаешь бега. Ты дун решил, короче, морем болго хакже, вот от тебя не, то что же бы не би, но. Что ины юмне, шабрарны име хде, не хунзам, не хртеву манда, юне туловых же. Ну хрте, бихан хрте же, не. Для творчества, для души, да, вот, как релаксации, для успокоения души, ну, тему, и в быту можно использовать, там, посуду, юмых, мандахарулатр, мандахаролатр, крынках, это вот горлышко, это бахтет, для снятия сливок, это молоко, дорогу, обрады, за уходим, ну, вот, я снимаю, также, тему ему, мудебги тоже, те, что мы чаши делают, ну, тренинг будет еще хуже, а я юма. Но те, ну, самых худеньких центровках глиных же, ну, нам до темы были вообще. Ну, вообще самое главное научиться центровку делать же, где. Ох, тут не хэш, как дол. Ой, бена. Там же тухе, у рингадн классик гаду лагмбе. Ага, те, вот, термини на мы зорха дурте, на лепилх дурте, где же мы дедик. Те, тим проект ухавай на. Участвовал в хашках, конечно, сразу загаш хлеби. Ага, те еды на еретенде. Ну, хорошо, вы не хорошо. Ханим бы на ха. Би вообще лепил ходор теви багаха. Те еды глины юма. Хархвы рабы уже ходанды говорили, как лепит. Из глины. А бину бурят басхахеви. Ага. Ну, сувенирчик. Тогда баба выставка волха гончарных изделий. И мы на басхахе зомби. Ага. Шурдыхыпте на Найгулда. У меня буряти, да, вот, например, и мастера, которые приехали, да, вот, с Барнаула, Атера, и на Хунутхунага, побывали везде, посмотрели, а у вас очень развиты гончарные дела, шхуны. Вообще, и мы глинины, и мы местные, и этническое значение, таким и мы вывели. Ага. Трени, но Гргеха, Хукжоха, Хрхте. Хукжохда хрхте ему бена, инде каждый район го не выхун бена, не вин хайр хуну дирет бена каждый район го. Но район мун бухунде им глины билда, но мане район да не выгазер тим глины бигж долами, где можно сделать эти именно чашки раньше делали в старину. Что вы лепите? Ну, это такая форма архитектурная наших дацанов бурятских. И утром получила небольшой урок от нашего куратора, спикера Михаила. Он сказал, архитектурные детали, они должны быть, если мы используем их, то в керамике они тоже должны быть конструктивными, как в жизни. Они должны быть четкие, ну, максимально читаемые. Вот я такой утренний урок отрабатываю. Мы с Института культуры приехали на этот симпозиум вместе со студентами. Нас всего от кафедры декоративно-прикладного искусства 7 человек. 2 преподавателя и наши студенты. С какой целью? Ну, прежде всего, конечно, включить студентов в этот процесс, потому что они изучают художественную обработку материалов. И наряду с металлом, текстилем,
камнем, у них вот есть хорошая возможность попрактиковаться с керамикой, гончарным кругом, получить от мастеров знания по декору, по формообразованию и по работе на гончарном круге. Вы худолдан тухе ханнгебде пока. Уре дору хурханаде, илуханаде, ланда гарара, еще ухагра илуханаде. Саша юмалха, юма урит килки. Би сейле бешне заведи шерачлтго мане культуры группы да би волла бивлени. Трин доллар би сразу ешхмуга снасичкали тенап. Нене ямар зарелте гор юнтло и ненде хурхагашиде тане. Уро Урумно сурат, сашда залучил га сургаха, уж буди сургах сачил вен. Бухутер круг сак инструмент им ну деньяват, залучил га сам глан сургах. Мане район так гачарный мы шабрю гуй. И не удернуте юнд хорабт, ю харабт, их ханер халтей мы юн. Их ханер халтей бега бр. Аллингем ну ди хигаб, юсун жил ну ди лдб хигаб. Еще сочувенно колокол хигаб, хонхону дихигаб, ю эмблемну дихигаб, зонжили бурятин байрар, айгор эмблемну дихигаб, игрушки хигаб, харайта хигаб, ондыкте. Ине орлонне хунзан хиртеву, югары хиртеп, югары шохованыш. Ордын орды такты мне буряту да им шабрара. Ну мне боргач мне херхалхад, чтобы рад хитин айх тавхтэй байга, торхунуттэй байга, тэрэндэ бухуй су идихимэ чанчэ, су имэ хучэгэд вэлтэ байга. Муно имэ муно угуй, он трат байга, тэгээд уно игэч сэргэж бэсэндэн их байртэ байнда, тэгээд на ихэл сонирхалтэ байнда. Сашын ухибуртэр дамжу ухибуртэр байна. Сашин юхи бутте замшоха гэжил намады яха санна вэн. Шабрар юмы бутте хэдэ хунды хушриин биде орын гарар хэжи узия. Урит гарта илды шангар шамбайшнар. Невизигды болганы бутте. Бид мэнэ пластика хэбдэ. Энэ мукалхай зангар невизигды болган. Тэгэд тавэ. Надо добиться толщины одинаково. А, нет, на вот. Ага. Не вижу, где. Талхил деньшинги. Вот. Инди нынкан бэнэ, инди зузан бэнэ. Дондон захадли болон. Сахад. Дегет. Дегет. Ага. Сэ нэнин ават отчис кэй. Инси дэрин тэбэрла дар кара. Дегет, инди бэрла. Дэрин тэбэрла. Дон тэбэду? Хан сиан ичэ. А. Туршынып дэ, это проба. Угу. Захари. Им ханя. Хындугын тавити муну. Дерин, нюгачин. Рисунырын хара, нюгачин. Другую сторону. Допустим, так. Без фанатизма.
Мани горгой. Ага. Горгой его синти мы? Да. Супер. Хатха тоже, да. Совсем он был. Дышим. Им горгой айгалов. Мансорно. А дорон гэнэ юнгэ. Буду тавит хатта. Сынгэдэ. Энэ хатхата почти ем мунгутэ вон. Хатта мэнэ шинэмэ кэхэн. Зачем барят, говорит, дом быть тебя отель? Конфет. Тигет гатта илдет, не мундгру угодла. А шин имахи. Касин тарат, он до имахи. Так имахи, имахи, не имахи. Хм? Хути, ну. Ага, пласт угодла. Хм? Олью дура. Ага. 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 У нас задача общая, коллективная. Если вы знаете, мы делаем объемную композицию «Древо жизни», которая будет представлена на национальном празднике 9 числа в Улан-Удэ. И наша основная задача была изготовить каждому из участников симпозиума по 3 изделия разных техниках на гончарном круге путем лепки в разных техниках. И 2 колокольчика и медальон тематический с определенным дизайном. Все с этой задачей справились, работы потрясающие, такое ощущение, как будто работали не начинающие ребята, а профессионалы. Это, конечно, большая заслуга нашей команды, Елизаветы, Антона, ну, может быть, моя где-то. И все довольны, воодушевлены, не могут остановиться, работают, мастерская не закрывается, пока солнце не заходит. Поэтому мы все довольны и все замечательно здесь проводим время. Хум би балганы хулды хдишнин алын юмын хыктегешта. Тегэд старинны муны кувшинут музейнды вэнэгэда. Тиймы кувшинут ямарш кувшинут ихэдэг вэгэ. Тихэдэрэ муны уйды тиймы кувшин кэжэ, оухы кэжэ, тэр амарта гэртэ бархэ кэжэ. Тиймы юн заводын угэй хэймда. Тихэдэрэ кувшин кэхэдэрэ арэ уже предмет искусства орлэлэй. Искусство, волхадере уже полет фантазии, да, юшка же шатхахунут и махехан кувшин хисива. Тигет мане на олан хинернучья, залушу, залуху лучья, ерхам бене, тихадере, шуде урлале проголи дизайна, институт культуры дизайна, студенту нут бене, тигет, ильдвин эмагатры, огдон ему муфельный печь, огдон ему гончарный круг, ават, ю, хашингет хихиеш муднуги, тигет, мне олан хун ержа хорхадере, биханнава на буряду лустамне, ильдвин шин сувенир нут биволха. Тегед мане мастер, ну дэнде солоржа, хоржа, има профессиональных секрету дэйму дэжа, сашта игэд мунгу олжа, хэхэн дэвэгэжа мунгу олжа, явэгал дагэжа досого ханнэбдэ. Бухэдо эны тусыл орын хунут гэхэн федеральны тусылы. Сойыл гэхэн ундэн тусылы хэмжэнэ, орысэ сойлэ жасын мунгын тэт хэмжэр бэйлулыгдэ. Надың сұрқырбаң наятта, қорықшыдай бұтығың зүйінгіт ұзысқылынды ділгігді. Үйгі шоғылын кіхіді, ділхен харбалжын кіхін олым ұтқытты, оршын сыға орлылда, қорықшыдай ғарар бұтығың қонқынут үлгігді. Ғарар бұтығдығың орлынут хызедіше сүгінікті жібәдік. Дархын күн, юымы зохиожы орлықыда, сүтхілі айоры ханыл бодылығы гүнзгігір дамжуылқығы орылдың хайың.